Жили-были дед и баба, ели кашу с молоком. Но сегодня наша сказка абсолютно не о том. Чем отличаются сказка и быль? Опостылевший мир и детский мультфильм, исторические романы, отрывок из саги. Правильно, конечно же, магией. Магия — удивительный мир, где события не кажутся длительными. Она повсюду в огне, в океане, на экране, у тебя в кармане. Да, у магии много функций. Например, на башню поместить Рапунцель. А для Золушки, что так служить привыкла, сможет превратить ее карету в тыкву. Магия может перемениться, как ветер. А вдруг Золотовласка перебьет медведей? Что если пряник станет монстром? Да, в этом мире все совсем непросто. Принцессы, принцы, ведьмы, феи, замки, чудовища, вандалы, злодеи, прялка, огонь, изобретения. Откуда вообще взялись эти идеи? «Престол Элдраина», новый выпуск, микс короля Артура и братьев Гримм, МТГ-арена, релиз, не пропусти. Жили-были гномы в шахте, я уже не удивлен, и сегодня наша сказка абсолютно ни о чем. Магия — удивительный мир, где события не кажутся длительными, она повсюду в огне, в океане, на экране, у тебя в кармане. Да, у магии много функций. Например, на башню поместить Рапунцель. А для Золушки, что так служить привыкла, сможет превратить ее карету в тыкву. Магия может перемениться, как ветер. А вдруг Золотовласка перебьет медведей? Что если пряник станет монстром? Да, в этом мире все совсем непросто. Магия — удивительный мир, где события не кажутся длительными. Она повсюду в огне, в океане, на экране, у тебя в кармане. Да, у магии много функций. Например, на башню поместить Рапунцель. А для Золушки, что так служить привыкла, сможет превратить ее карету в тыкву. Магия может перемениться, как ветер. А вдруг Золотовласка перебьет медведей? Что если пряник станет монстром? Да, в этом мире все совсем непросто. Я уже не удивлен, и сегодня наша сказка абсолютно ни о чем.